Прокатимся как-нибудь. Знаю я вас. Папа говорит, вы главная беда нашего округа. Передавай папе привет. Есть шанс хорошенько заработать. Впечатляет. Вези все, что есть. Здесь 2000, без моего процента. Ты посмотри, ну прямо Аль Капон. Ходят слухи, вам нужна помощь по хозяйству. Возьмете меня? Вы тут занимаетесь незаконной деятельностью. Не послушаешь, я тебе такую жизнь устрою. Те, кто на вас напал, работали на опасных людей. Они бессмертные? Человека определяет не его жестокость, а то, на что он готов пойти.